Люберецкие дворы стали объектом внимания Главного управления содержания территории Московской области. Совместно с представителями администрации и управляющих компаний инспекторы оценили состояние детских и спортивных площадок, внутридомовых проездов и придомовых участков. Подробности в следующем сюжете. Проверка дворовых территорий началась на третьем почтовом отделении. Старт у дома номер 2 и далее по улице. В таком большом составе подобные рейды проходят раз в квартал. А для инспекторов ГУСТ это ежедневная работа. Мы проводим осмотр дворовой территории с целью выявления дефектов на территории. Это мусора, недостатков по детским площадкам, по контейнерным площадкам, занесение это в СКПДИ с целью того, чтобы это быстрее устранить. Устранить недочеты должна управляющая компания. На это дается 3 дня. Сейчас, после таяния снега, работы много. Самый большой объем у Люберецкого городского жилищного треста. В городском округе 747 дворов, 334 из них под ведомством ЛГЖТ. Сегодня сейчас мы находимся вот здесь на территории хлебозаводской проезд, дом 6. Как мы видим, что содержание детских игровых площадок, дворовых территорий в нормативном состоянии. И я сегодня хотел бы сказать, обратиться к жителям, что сегодня ряд управляющих компаний 27, которые работают на нас по территории городского округа Люберцы, к 15 апрелю приведут дворовые территории, детские игровые площадки, спортивные игровые площадки в надлежащее состояние. В апреле в Люберцах стартует месячник по благоустройству. В городском округе пройдет серия субботников. Коллективы предприятий и учреждений совместно с жителями помогут провести традиционную весеннюю уборку и привести в порядок дворы после затяжной зимы. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.